Губернатор Олег Кожемяка поздравил представителей журналистского сообщества Приморского края с профессиональным праздником – Днем российской печати. Глава региона вручил журналистам и героям их информационных материалов почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Глава региона отметил, что прошедшие 2020 и 2021 годы очень ярко продемонстрировали, насколько важными могут быть своевременное оповещение людей и достоверность доводимой до них информации. Пандемия заставила общество мобилизоваться и приложить максимум усилий для того, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан. В решении этой задачи ключевую роль сыграла профессиональная деятельность сотрудников СМИ. По словам Олега Кожемяка, в наше время особое значение приобрели новые медиа, социальные сети и мессенджеры, которые зачастую являются более эффективными средствами коммуникации, чем традиционные СМИ. Напомним, что сегодня в Приморском крае осуществляют свою деятельность около 300 средств массовой информации – федеральных, региональных, муниципальных. Это телеканалы, радиостанции, газеты и информационные агентства. Глава региона подчеркнул, что Приморская школа журналистики по праву считается лучшей на Дальнем Востоке, и многие ее представители успешно осуществляют свою деятельность на федеральном уровне. Благодарственное письмо из рук губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка получила и председатель Союза независимых медиа, в который входит и 8-й канал, Галина Осипенко.